два направления и четыре вида усилия. Направления. Вот эти направления. Это прямые, эти обратно. Я не говорю по часовой стрелке, потому что если делать этой рукой, то это одно, а это и другое. Поэтому внутрь прямые, обратно. Два направления. Четыре вида усилия. Первое усилие – колющий. Каким образом делается? То есть колющий удар. Прикладывается усилие на кончик клинка, наносится, естественно, у колющего удара очень большое значение, но в спортивном ножевом бое часто колят голову, там эти выпады, да, в практическом применении все-таки лицо и шею режут, потому что, ну, выбить глаз, ну, опять же, это не самое тоже, человек останется жить. А воткнуть в лоб или... То есть, да, нарабатывают силу удара, чтобы в голову это... Но есть еще такое понятие, вот когда отрабатываете удар на мешке, на покрышках, клинок отскакивает. А вам еще надо нарабатывать тяговые усилия. Потому что, а тем более, если это в голову, клинок там застревает, или там сильный удар, там, чтобы, блядь, там... Позвоночник, нож входит между позвонками, и вытащить его, если у вас рука потная или в крови, может не получиться. То есть вы теряете клинок, поэтому стоит ли наносить сильный удар. Удар должен быть дозирован именно таким, каким нужно в эту часть тела. Поэтому колющий удар, он, его предназначение, начиная от рук, ног, корпуса, вот куда. Делается, все удары, они осуществляются по кругу, для того, чтобы каждый удар мог переходить в другой. Колющий. Отрабатывать рекомендую первую линию изначально делать на уровне плеча, вторую по центральной линии, чтобы сначала вот этот круг у вас сформировался, потом он ужмется, вот этот круг, он ужмется, он будет ужиматься, ужиматься, и у вас вот таким образом просто будет колющий. Ага. Нет, смотри, ты делаешь, почему-то я и рекомендую разнести, ты делаешь вкрутил, выкрутил, вкрутил, выкрутил. А мне надо, чтобы по кругу. Да, 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 да. И вот это вам надо наработать для автоматизма. То есть тоже на тренировке мы это не делаем. Это уже ваша самостоятельная работа. И обратный, то есть усилие колющее, второе направление – это обратный. Все то же самое, но только по центральной линии в обратную сторону мы ведем ладонью вверх, укололи, развернули, да, и вот таким образом. Да, 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 все по кругу. Поработали одной рукой, потом поработали второй рукой. Так. Запишите сразу. Колющий, обратный колющий. Стороны. Вот сейчас будет выглядеть все то же самое я делаю. Но просто здесь усилия мы прикладываем не на кончик клинка. То есть не сюда, а мы вот сюда ведем движение, вот этот круг. Здесь разворачиваем, выводим на лезвие и протягиваем. Если в колющем у нас корпусом мы делаем вот это только усилие, то здесь мы делаем вот это усилие, оно, ну, вот это практически, ну, не нужно. Нам только вывести руку сюда. Здесь больше движение корпуса вот это. Чтобы удар был, ну, чтобы проект был сильнее. Поэтому выглядит так же, я говорю, здесь только разница вот. Вот колющий, вот я усилие, да, выкладываю, вот верующий. По сторонам они выглядят одинаково. Здесь я просто, я говорю, разница будет в движении таза и прикладываем усилие. Режущие – это ноги, руки, лицо, шея. Корпус мы стараемся не резать, потому что все-таки мы живем в том регионе, где большая часть времени зима.
Летом, да, можно неплохо порезать живот. Зимой, когда кожаная куртка, она еще может привести к тому, что может из-за замок зацепиться, да, вот эти все вещи. То есть мы стараемся. Зимой лицо всегда открыто, шея практически тоже, вот эти руки тоже, даже если они в перчатках, перчатки прорезаются здорово. То есть, а вот эта часть, по большей части, открыта. Записали. То же самое. Прямой режущий, обратный режущий. Это классическое применение, то есть, ну, вот это тоже будет режущий. Когда вы режете руку вот под углом 45 градусов. Смысл тот же, движение по кругу, но просто мы из горизонта выводим 45 градусов.